Здравствуйте! Наверняка каждый из нас наблюдал за происходящим из окон общественного транспорта. Ну ведь недаром в маршрутках есть окна. Давайте сейчас услышим историю, что видят люди в Донецке в Киевском районе. Я ехала в автобусе в 19-м. Метро что, не доехала до остановки райисполком. Ехала сюда, на поселок. Взрывается, откуда она прилетела, я не знаю. Снаряд прилетел, бух. Реле оборвалось, в столб попал этот снаряд. Ну, буквально. Если бы поскорее водитель ехал... Сына, якби ви взялися да прекратили. Нам не надо войны, сына. Дай нам спокойно. Дожить вже 80 розміняла сына. Тролейбус вот так развернула на 90 градусов. Там же люди были. Это благо, что он проехал. Ударной волной его развернуло, провода оборвались. А что видите вы, проезжая по своему городу?